Вот это паркинг. Паркинг стоит 2 лева. Народу очень много на рынке. Мы бываем здесь тоже не очень часто. Мы идем на рыбный базар. Они живые, смотри. Живые краб по-нашему. Ой, смотри, он живой. А тебе его почистить? Да. Я хочу еще почистить. Да, 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 на все месте. Я хочу еще взять. Она и сушится. А почистить? Да, почистить. А это не тебе. Не, не тебе, на мой мой. Сипура. Надо, надо. Живой стол. Вот так выглядит наш рынок. Так, а что это такое? Это камера. Бокал. Мне нужно еще укроп. Но я хочу там подальше. Вот там помидоры. Сейчас мы возьмем помидоры. Мы идем помидоры. Вот помидоры. 4,50. Помидоры есть еще? Вот я хочу вот такие. Да. Искам помидоры по голям. 2. 3. Тоже? По голям, а может вот тут того, мягкие. И такой вот такой, покрасный, да. Мягкий? Нет. Добрый. Нет, не очень мягкий, средний. Я хочу, чтобы был средний. 5,70. А можно еще 2... Красные. Красные. А у тебя есть банки? А, какие банки? Нет, это 2 для... Добавить салат, он там должен быть свежий. А еще укроп. Копыр? Да, копыр. 8-10. Да, и 3 свекла, циркла. Ой, морковка. 10,36. Так. И еще морковка. Морковка. 12,70. Может быть, взять? Это часть рынка, где продают одежду. Так вот мы можем идти и все покупать. Все турецкие товары у нас тут. Вот какие малыши тут у нас. А глаза у них как настоящие. Приезжайте к нам на рынок, купите все, что хотите. Находимся около колхозного рынка. Здесь находятся вот такие ряды различных торговых всяких магазинов. И они все работают у нас. Все, рынок весь функционирует, слава богу. Смотри, с лисой. Белая лиса.
золотые медали. Это просто что-то. Смотри. Это медали. Хочу купить корову. Девочки, у нас на базаре. Он нас ест. Вот так, ага, у нас все. Купить елочные игрушки. Сейчас я вам покажу, как я быстро готовлю рыбу. Эта рыба называется ципура, а в Испании она называется дорадо. Берем почищенную, вымытую рыбу, которую я только что принесла с рынка. Если рыбы я беру много, то обычно я остальные разбираю и замораживаю. Качество рыбы после заморозки ничуть не хуже, чем рыбы свежей, только что принесенной. Сначала рыбу надо замариновать. Я использую следующие специи. Соль, перец, приправу для рыбы, базилик, укроп, ну и многое другое, что я нахожу. Например, шарено-соль. Я ее тоже очень люблю и добавляю к обычной соли. Для начала рыбу надо посолить. Мы берем шарено-соль, размазываем ее, солим с этой стороны, здесь и здесь. Берем перец, перчим немножко. Дальше берем приправу для рыбы. Самое главное по специи, ее надо много. Мы ее сейчас положим здесь, 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 здесь. Дальше возьмем базилика немножко, ну и укропа. Рыба наша готова. Теперь нам надо делать еще одну операцию. Нам надо добавить лимонные корочки для маринада. Теперь мы режем корочки. Корочки остаются у меня от выжимки утреннего лимона. Поэтому их у меня очень много. Эти корочки мы кладем прямо на рыбу. Внутрь рыбы, сзади рыбы. Можно положить корочек и больше, и меньше. Все, наша рыба готова, замаринована. Теперь мы ее поставим в холодильник до момента приготовления. Берем две средних луковицы и нарезаем полукольцами. Можно мельче. Теперь порежу вымытый красный перчик. Это сладкий болгарский перец. Секрет моего приготовления заключается в этих пакетах. Это пакеты для запекания. Я запекаю в ней мясо и рыбу. Тут важен размер. Размер подходил под размер курицы или рыбы. Вот так выглядит мой пакет. Сейчас я в него буду укладывать свою рыбу, которую я достала из холодильника. И то, что я еще добавляю при приготовлении рыбы. Буду укладывать прямо с корочками, так как есть. Рыбу выкладываю в пакет. И выкладываю сюда лук и красненький перец. Теперь пакет нужно завязать. Мы его вот так собираем. Такая штучка есть, которая закрывает этот пакет. Она дается в комплекте с пакетом. Мы пакетик затягиваем. Его надо хорошо затянуть, но не порвать вот эту завязку. Я завязала этот пакет. Так на противень я его и положу. Наша духовка заноси. Выставляю здесь вот в таком положении переключатели и ставлю 38 минут. Сейчас мы сюда в холодную духовку положим наш противень. Вот наша рыба в духовке на 30 минут. Можно отдыхать. И духовка даст сигнал, когда она будет готова. Наш пакет раздулся и выглядит теперь вот так. Процесс приготовления закончен. Вот так выглядит наша рыбка готовая. Сейчас мы ее будем вынимать из пакета. Когда мы вытащили рыбу, пакет задувается на глазах. Сейчас мы его разрежем и переложим рыбу на тарелку. Я удалила лимонные корочки, посыпала рыбу зеленью. Можно подавать к столу. Это наша рождественская рыбка.